Сегодня в столице республики пройдет ярмарка вакансий по коммунальным, социальным и персональным услугам на площадке Центра занятости Уфы. Среди предлагаемых вакансий – администратор, инженер, менеджер, мастер, повар, плотник, слесарь, электрик и многие другие. Посетителям ярмарки предоставят весь спектр госуслуг в сфере занятости, информацию о положении на рынке труда и профессиональному обучению, консультацию психолога, а также компьютерную профориентационную диагностику. Подробная информация на официальном сайте Центра занятости населения Уфы.